Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Магазин Холли Плей. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мои регистрации и также не забывайте вводить мой промокод Кирилл Гейм большими буквами капсом. Все будет, если что, в описании, пацаны. Сегодня снова видосик. Кто, кстати, не смотрел видео про мое рабочее место, советую всем посмотреть. Ссылочка будет в описании. Итак, короче, я думаю, по названию ролика вы догадались, возможно, нет. Короче, добавили 3, по-моему, особняка. 3 особняка добавили, таких прикольных. Похожие на какую-то фракцию, но я не знаю, пацаны, что это точно будет, потому что они еще не задействованы. 2 особняка, получается, есть Батырева. Скорее всего, это, наверное, будет 2 ОПГ, либо 3 ОПГ даже. Ну, хрен знает, я точно не знаю. Либо элитные дома. Сегодня мы посмотрим все эти 3 особняка, покажу, где они находятся. 2 в Батырево, повторюсь, 2 в Южном. Поэтому сейчас мы будем смотреть. Ну что ж, погнали. Так, короче, я перезашел, потому что у меня там один петух слил. Ну, конечно, мы все знаем, для чего это он сделал, чтобы засветиться видео, но ему это не удастся. Он узнал, что я снимаю, и просто взял, убил меня, короче, там. Ладно, это ничего страшного, в принципе, сейчас едем в Южный, скорее всего. Хреново на 2 машинах ехать, ну ладно. Да, пацаны, все-таки я был прав. Здесь, видите, добавили вот такой вот особнячок, в принципе, и в него можно заехать. Но мы заезжать не будем, мы, в принципе, вот здесь машину ставим. Я, в принципе, видел этот скриншот в инстаграме Amazing. Да, кто не знает, Amazing создал свой инстаграм, и там влажит, типа, публикации обновлений, типа, спойлеры такие небольшие. И вот здесь находится вот такой вот особняк добавили. Пацаны, я, честно, не знаю. Либо это будут семейные дома, скорее всего. Ну, хотя навряд ли, я думаю, потому что они и так есть. Либо это просто будет VIP элитные дома, типа пизже, чем на Рублевке. Скорее всего, наверное, так и будет, потому что, ну, фракции, не знаю, возможно, сюда перенесут фракции. Мафию, либо перенесут ОПХ, либо еще что-то, но особнячок довольно-таки классный. Так, я написал, что, скорее всего, это будет супер VIP дом. Ну, скорее всего, оно так и будет, потому что, ну, не знаю, видите, вертолетная площадка есть, такой особнячок классный. Я думаю, блин, я бы себе тут дом и хотел, потому что реально место такое годное. Для домика, смотрите, вертолетная площадка, особнячок такой, въездик есть, все дела, в принципе. Это довольно-таки круто, реально. Вот въезд есть, в принципе. Как бы, да, места мало для семьи. Скорее всего, сделать просто какие-то супер-вип-элитные дома. Поехали, посмотрим остальные 2 особняка. Итак, вот, в принципе, еще один особняк, в котором мы изначально были. Он находится возле военной базы. Вот, сзади СТО находится Батырева. Вот такой вот тоже особняк, в принципе. Тут уже место как-то побольше, я бы сказал. Так, прилично побольше, на самом-то деле. Поэтому здесь можно и разгуляться. Сзади место тоже есть, кстати. Вот не знаю, для чего этот особняк будет сделан. Но мне кажется, разработчики просто решили, наверное, добавить какие-то VIP-дома охуенные, там, по 50 лямов. Возможно, в принципе, у которого у одного будет вертолет, у второго будет, может, что-то еще. Либо это просто рендер фракции. Я... 2 варианта, пацаны. Либо это будут перенесены сюда фракции, либо это будут какие-то VIP-дорогие дома с уникальным интерьером и какими-то плюшками. Ну что ж, вот и 3-й особняк, последний, по сути. Просто я больше не знаю, где еще есть особняки такие. Вот такой вот особняк находится в Роговиче. Не, это не Роговиче, я забыл, как называется. Короче, недалеко от заправки Батырева тоже есть особняк с вертолетной площадкой. Если что, вот она находится здесь. Вертолетная площадка у нас здесь есть. Снимаешь? Да, я снимаю. Евгений Андерсон, привет тебе. Все, давайте заезжаем, в принципе, сюда. Здесь уже реально много места, на самом-то деле. В принципе, вот такой тоже большой особнячок. Все они с виду одинаковые, но у них разные, в принципе, места. Здесь места больше, там места меньше, в принципе. И так, ну, Евгений Андерсон пишет всем подписчикам привет. Передал. Напишу все. И, конечно же, передаю привет Максим Девин. Всем подписчикам привет. Максим Девин, тебе большой привет. Это мой подписчик, который со мной катался, в принципе. Мы с ним чисто решили покататься. И такой, давай запишем видосик. Потому что я давно хотел записать насчет этих особняков, когда их еще добавили вчера, но что-то как-то не сошлось. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.
up.